ну, избирательный участок у нас. Мы по поводу выборов. Мы независимое телевидение. Хотели просто задавать вам пару вопросов. Как у вас настроение? Прекрасно. Как вы думаете, ваш выбор повлияет на ситуацию в России? Обидно будет. Ну, а вы думаете, нужны изменения или все-таки оставить? Мне кажется, пускай пока есть. Как есть? Вот неизвестно, что будет дальше, а сейчас вот мы пенсию получаем стабильно. Люди не получали пенсию на нашем периоде, и мы зарплату не получали, было время. Сейчас на стабильно? Да, сейчас стабильно. Хорошо. Это тоже немало важно. Хорошо. Поэтому все прожили. А вы живете на Кузнецке, Саня? Или от Крепитина? Спасибо за интервью, до свидания.